Жилстройсбербанк возобновил прием заявок по ипотечной программе БКТ Отбасы. Для подачи заявления необходимо скачать приложение банка либо пройти онлайн-регистрацию на сайте, чтобы забронировать дату и время приема. Данная мера способствует соблюдению карантинных мер. В республике стартовала жилищная ипотечная программа БХТ Отбасы. Желающих среди акмолинцев получить льготное жилье по 2%, как оказалось, достаточно много. Только за сегодняшний день в банк пришло около 20 человек, чтобы подать заявку на данную программу. При этом стоит отметить строгое соблюдение ограничительных мер. Прием идет строго по онлайн-записи, масочный режим и при соблюдении дистанции. В этом году старт приема заявок был дан 11 марта. В связи с объявлением чрезвычайного положения 16 числа банки вынуждены приостановили программу. И только 12 мая все, кто не успел сдать документы, получили возможность вновь обратиться в банк. Я одна воспитываю троих детей. То, что запустили эту программу, я очень рада. Собрали все документы и пришли сдать документы. И еще раз об условиях программы. Ставка по займу 2%, минимальный первоначальный взнос 10%. Сумма займа в Акмолинской области до 10 миллионов. Срок займа до 20 лет. Претендовать могут многодетные и неполные семьи, если в семье ребенок с ограниченными возможностями. У нас уже сейчас рассматривается свыше 470 заявок на рассмотрение на общую сумму свыше 2 миллиардов 800 миллионов тенге. Мы уже выдали около 250 займов по данной программе на сумму около 2 миллиардов тенге. В текущем году на реализацию программы БХТ Отбасы на республику выделено 50 миллиардов тенге. Другими словами, прием заявок завершится, как только эта сумма закроет количество выданных кредитов. Она рассчитана на 3 года. Жители Акмолинской области все новости по БХТ Отбасы и другим программам «Жилстрой» Сбербанка могут отслеживать на инстаграм-паблике «Жилстрой», нижнее подчеркивание, Кокшетау. Сания Кубжасарова, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Кокше, Ахпарат.